смотрите, кухонные весы, такие вот небольшие. Вот так вот они выглядят. Довольно тяжелые. Так, сенсорные, 406 рублей 90 копеек. Сырокопченый бекон дмитриевский. Наша гордость, высокое качество, написано. Мясокомбинат 1977 года. Ну, нарезано такими тоненькими кусочками. Выглядит даже очень аппетитно. Так, вес 200 грамм, цена 105 рублей 90 копеек. Экстракт ореха свиной. В среднем кусочек выходит на 134 рубля. Выглядит очень даже аппетитно. Вот так вот. 170 рублей. Цена за килограмм 299,90. Категория В. Смотрите, вот такие вот наборы. Посуды. 18 предметов. Значит, в комплекте, я так понимаю, входит 6 десертных тарелок, 6 глубоких и 6 кружек. Так, давайте откроем, посмотрим. Ну, вот кружечки. Вот так вот выглядят. Ну, кружечки довольно-таки симпатично выглядят. Там вон тарелочки. Доставать уже не буду, но они вот такие вот, я так понимаю. 18 предметов, 6 кружек, 6 десертных и 6 глубоких. Цена 1466,90. Также, смотрите, снова заметил кофеварки гейзерные. Как-то они уже здесь были, 300 миллилитров. Цена 314 рублей 90 копеек. Ну, я, честно говоря, такие кофеварки не очень люблю, так как много заморочки, по итогу получается мало кофе. Лучше купить хорошую кофемашину. Тостеры, так как попали в кадр, сразу расскажу про них. Тостеры вот так вот выглядят. Они уже здесь где-то недели две как. Цена 512,90. Утеплитель для двигателя автомобиля. Самое время. Пошли холода уже. Ускоряет прогрев двигателя до 10 минут. Простота установки за 1 минуту. Огнестойкий, жаростойкий. Небольшая масса. Изготовлен из современных экологических материалов. Экономит топливо. Ну, так как при прогреве, то есть на 10 минут экономит, соответственно, экономит топливо. Устойчив, высокая звукоизоляция, не образуется налет, остывает на 3 часа медленнее. Цена такого утеплителя, размер 140,90, цена 514,90. Также смотрите, вот такие вот фитнес-мячи, довольно-таки большие. Вот так вот они продаются, вместе с насосом в комплекте получается. Вот насос, есть черные цвета, синие, розовые, и все получается, да. Вот насосы вот такие. Цена такого шарика, мяча, 606 рублей 90 копеек для фитнеса. Картина по номерам. Артикула 60, размер 40 на 50 сантиметров. Картина по номерам, это получается просто рисовать. Вот видите, да, например, двойка. Рисуйте желтым, там тройка. И получится потом по итогу симпатичная картина, которую вы практически сами нарисовали. Вот такая вот картина, стоит 261 рубль 90 копеек. Также есть алмазная мозаика, то есть тоже все по номерам, только алмазиками. Размер тоже точно такой же, 40 на 50, цена немного подороже, 394,90. Влажная туалетная бумага, честно говоря, такую вижу вообще впервые, но спросил знакомого, говорит, то же самое, что салфетки обычные. 100 штук, эконом смарт, 50 рублей 50 копеек. Гель для бритья Gillette. Gillette хороший производитель, можно покупать смело, цена очень низкая. Так, объем 200 миллилитров, цена 148 рублей 90 копеек для чувствительной кожи. Также есть такие вот еще бритвенные станки. Получается, одноразовые кассеты, 21 кассета, здесь 10, одна уже стоит на станке. Цена 186,90. Смотрите, есть еще такие хлопушки. С цены я очень сильно удивился, цена очень низкая. Есть такие вот. 50 сантиметров, цена всего 82,90. Такие хлопушки обычно стоят около
200 рублей. Можно закупить на Новый год. Ну, хотя мы в том году купили, потом долго подметали. Еще летом находили эти конфетти по дому. Под палац где-то залетит, еще куда-нибудь. Кетчуп Мистер Рика, томатный кетчуп, гриль меню. Ну, выглядит неплохо. Дата изготовления у нас 06.21, годен до 06.22. Так, кетчуп Мистер Рика, 940 грамм, 102 рубля 50 копеек. Также есть такой вот кетчуп за 28 рублей. Всем рекомендую, постоянно покупаю. Балтимор, русский кетчуп с луком и чесноком. Цена низкая, а кетчуп хорошего, 28 рублей, 350 грамм. Набор контейнеров, смак называется. Три контейнера, получается, да, три контейнера в комплекте разных объемов. Объемом 1 литр 0,5 и 0,35, 133 рубля 90 копеек подойдет для обедов. И даже, да, для заморозки ягоды на зиму. Сапоги мужские, с чулком теплым. Ну, не прям таким уж теплым, но все равно. Сапоги литые, то есть можно и летом ходить по воде. Есть манжета такая затягивающая специальная. Размеры у нас, значит, от 40 до 45, цена 628,90. Капсулы для стирки B-Max, стандарт. Капсулы для стирки 4 в одном, 30 ирок, 30 капсул, заменяет 4,5 кг порошка. Такие вот капсулы B-Max. Цена 302 рубля 50 копеек, 450 грамм, 30 капсул. Корм для кошек Камей с говядиной. Комфортное пищеварение, здоровые зубы, блестящая шерсть, крепкий иммунитет. С такой симпатичной киской. Вес 1,9 кг. Цена 186,90. Цена очень низкая. Сыр сметанковый. Цена за килограмм 364 рубля 90 копеек. В среднем нарезано по 600 грамм. 229 за кусочек. Здесь вот поменьше, по-моему, 237. Ну, также, да, по 650 грамм. Цена за килограмм 364,90. Конфеты вот такие вот. С арахисом. 143 рубля 90 копеек, 500 грамм. Колбаса мясная салями. Старорусская, 3 палки получается упаковки. В среднем упаковка выходит на 240 рублей. Это салями, они такие есть, чуть тверденькие. Цена за килограмм 311,90. Набор чая. 60 пакетиков. Такая вот симпатичная коробочка. Фруктовый получается. Цена 249,90. 120 грамм. Набор чая пакетированный.